На очередном заседании Совета депутатов на повестку дня было вынесено 11 вопросов. В первую очередь народные избранники приняли проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Остановлюсь кратко на основных параметрах бюджета городского округа на 2022 год. Доходы составят 13 миллиардов рублей, расходы предусмотрены в размере 13,7 миллиарда рублей. Имеющийся объем бюджетных средств позволяет осуществить надежное функционирование всей муниципальной сферы округа. Сформированный бюджет учитывает все ранее запланированные 17 муниципальных программ. В частности, строительство и реконструкцию социальных объектов, ремонт дорог, установку видеонаблюдения у подъездов, ремонт учреждений образования. Заседание Совета завершилось вручением депутату Василию Бызову знака отличия за вклад в развитие городского округа Люберцы.